Excuse me, my name is Yannick. No need to panic, I'm black, I'm built for action. I seen you laughing, your smile is really blinding. I hoped you could tone it down some, but now that I got closer, I really don't even mind it. Predictable. Of course I come up to you just because you're so beautiful. Talk about how you're beautiful. Привет, сегодня 19 января, среда, и у нас с начала этой недели начались уроки, началась третья четверть дистанционно, вот, и сегодня уже третий день дистанционного обучения в этом году. Очень неожиданно получилось, что мы ушли на онлайн-обучение, потому что лично я вообще не ожидала, что так будет, но... Сначала я расстроилась, но сейчас нормально, не знаю, я нашла для себя какие-то плюсы, вот, поэтому сегодня я снимаю влог, повседневный влог, то, как у нас проходит онлайн-обучение, то, как я учу уроки и делаю остальные свои дела, вот. Сегодня среда, у нас еще новое расписание, и самый лучший день это как раз-таки среда, потому что у нас утром... уроков не было, точнее, обычно у нас начинаются уроки в 8:30, но сегодня они начались попозже, где-то в 9. У нас первый урок был ГП, потом математика, потом география, и сейчас будет английский, но сейчас у нас окошко. Как раз во время окошки я хочу сделать свои внутренние дела, убраться в своей комнате, привести себя в порядок, так скажем, потому что я утром особо ничего не успела, потому что проснулась сегодня позже, чем хотела. У нас сейчас идет английский. Because derelict is means that nobody lives there. Thank you, bye. У нас закончился английский и закончились все уроки на сегодня. Ура! То есть у нас сегодня уроки начались на 300 минут позже и закончились на час раньше, чем обычно. Я наконец-то убралась на кухне. Теперь иду делать уроки. Я себе приготовила чай с мятой. Вот, и недавно у меня начались проблемы с кожей. Моя мама говорит, что это из-за сахара, поэтому я решила это проверить. И с сегодняшнего дня учусь пить чай без сахара. Вот. Это очень трудно для меня, потому что я всегда пью чай, кофе с сахаром, не знаю. Вот. И поэтому... Но все равно из-за того, что проблемы с кожей никак не проходят, хотя я каждый день делаю уход, на это уже решаю серьезно, я думаю, еще хотела записаться к косметологу, но пока что, не знаю, пока что не получается, поэтому решила, ну, проверить, из-за сахара это или нет, вот.
Excuse me, my name is Yannick. No need to panic, I'm black, I'm built for action. I seen you laughing, your smile is really blinding. I hoped you could tone it down some, but now that I got closer, I really don't even mind it. Predictable. Of course I come up to you just because you're so beautiful. Talk about. I stand but listening to the words that you're saying and how. Сейчас буду делать домашнее задание курса. Нам, как всегда, задали reading, listening и speaking. Еще мне надо закончить writing. Вот, и все это сейчас буду делать. Надеюсь, я закончу быстро. Я закончила reading за 14 минут и взяла 13 из 13. Сейчас буду делать listening. На самом деле я удивлена, что я закончила reading так быстро. Вот, но текст был в целом легкий, поэтому вот это было не сложно. Но я все равно очень рада, знаю. Потому что обычно я делаю за 20-25 минут. 25 уже очень много, потому что это берет много времени. Вот. Поэтому все равно заканчиваю. Поэтому я учусь делать резинки за 16 минут, за 15, за 20 хотя бы. Вот. Теперь буду делать listening. Listening я сделала, теперь буду делать speaking. Excuse me, my name is Yannick. No need to panic, I'm black, I'm built for action. I seen you laughing, your smile is really blinding. I hoped you could tone it down some, but now that I got closer, I really don't even mind it. Predictable. Of course I come up to you just because you're so beautiful. Talk about how your beauty is so. I stand but listening to the words that you're saying and how you're saying it's been drawing me in closer. Короче, я давно закончила домашку IELTS. И помогла маме. Мы собрали еще елку. И еще играла с сестрой, короче, сделала такие домашние дела, так скажем. Сейчас буду собирать вещи, потому что я переезжаю. Вот, переезжаю я к дедушке и бабушке. Я просто возьму все необходимые вещи для учебы и буду жить некоторое время у бабушки и дедушки, потому что я поняла, что дома учить уроки, делать уроки вообще неудобно. Потому что здесь очень шумно, все мешают. Короче, поэтому я решила, что лучше буду жить у них. Вот, будем собирать вещи. Возьму я все тетради свои. Думаю, стоит ли брать эту папку с собой. Но, в принципе, можно просто некоторые бумажки взять с собой. Тетрадь по химии. Решила, что возьму вот столько. Может, погуляем ночью? Хочешь, сделай мне конспект? Еще совсем забыла показать. Вот. Зацените, какой хэббит-трекер я сделала. Вот, это хэббит-трекер по IELTS. Вот, начиная с 17 января до конца января. Вот, здесь есть ридинги, спикинги, райтинги, короче, все-все-все, что связано с IELTS. Я уже приехала к бабушке и дедушке. Сейчас мы поужинали, я немного полежу и буду делать уроки. Вот, очень устала, на самом деле, очень прямо. Но надо сделать английский и математику, еще надо посмотреть расписание. Еще дедушка сделал мне рабочее место. У меня теперь новое рабочее место, сейчас покажу, мне очень нравится. Вот, мне вообще очень нравится смена обстановки. Вот, я уже месяц сидела дома, никуда особо не выходила, и имею в виду, выходила только гулять, а как прежде очень много времени в школе не проводила, потому что у нас были каникулы, потом дистанционка началась.
Вот, устала сидеть дома и хотелось смены обстановки. Поэтому очень рада, что на некоторое время буду жить здесь. Вот. Счастливой так что лежу. Вот так выглядит теперь мое новое рабочее место. Я даже свою лампочку забрала, потому что мне не очень нравится освещение здесь. А здесь я буду делать уроки, работать, а здесь буду хранить свои вещи, книги, папки и все такое. Excuse me, my name is Yannick. No need to panic. I'm black. I'm built for action. I seen you laughing, your smile is really blind, and I hoped you could tone it down some. But now that I got closer, I really don't even mind it. Predictable. Of course, I come up to you just because you're so beautiful. Talk about how you're beautiful.